Так, ну и это вот базовое упражнение на кисть, которое нужно выполнять с верхнего блока. Вот. Сейчас. А соль этого упражнения в том, что его можно выполнять в разных вариантах, то есть прорабатывать только кисть, вот, короткую амплитуду, а также можно прорабатывать полностью всю руку, это вот, то есть подключать кисть, предплечье, спину, плечо. Это является одно из базовых упражнений, которое нужно выполнять всем.